Чтобы город преобразился, такую задачу поставили перед собой сотрудники горзеленстроя. Их рабочий день начинается в 7 утра, заканчивается поздно вечером. Все для того, чтобы успеть украсить городской пейзаж до 7 июня. Композиция посадки каждый год меняется, то есть рисунки постоянно меняются на клумбах. Единственное, у нас неприкосновенным идут клумбы по Гафиатуллина. Октябрьская, там постоянно у нас растет сальвия, потому что она очень хорошо там смотрится. На перекрестке улиц Гафиатуллина и Красноармейская сажают антириниум. В народе его больше знают как львиный зев. На этом участке выбрали его карликовый вид. Выше 10 сантиметров львиный зев не вырастет, только станет кудрявее. В это время его и высаживают. Он до самой осени растет, цветет и не боится заморозков. До самой зимы, короче, так растет и растет, и цветет, не боится ничего. Полюбившимися всем петуниями, сальвиями и циниями украсят городские клумбы в этом году. Эти неприхотливые красивые растения цветут с ранней весны до поздней осени. Среди прекрасных обитателей цветочных клумб есть и новички. Здесь добавляется многодеция, гортензия. То есть мы ввели в прошлом году новый ассортимент, в этом году небольшой ассортимент ввели новый. А весь ассортимент повторяется, как в том году. Цветочники начали выращивать растения для украшения городского пейзажа в оранжерее в конце февраля. Сегодня они видят результат своего труда. Скоро и бугульминцы смогут оценить их работу.